Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сир. Моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мани при регистрации. Итак, все-таки добавили подарки на 1 сентября, и сейчас я вам покажу, где они находятся. Итак, первый подарок находится вот здесь, недалеко от Батырева. Здесь есть такой мост. И бежите там до середины моста, и там есть подарочек. Вон, в принципе, его видно. Итак, вот наш первый подарочек, берем его, и нам выпадает 4 дня випки. Всего подарков 25. Погнали дальше. Итак, следующий подарок находится на мусорке возле военной базы. Вот, военной базы, вот здесь находится мусорка, короче. И бежите в самый конец, и вон там вот подарочек. Давайте его возьмем. Посмотрим, что нам выпадет, в принципе. Так, нам выпадает 14 кредитов. Неплохо, погнали дальше. Итак, следующий подарок находится в заброшенном доме недалеко от базы дальнобойщиков. Вот, база дальнобойщиков, и вот здесь находится этот домик. Вот, дорожка идет, видите, где ферма, типа, будет. И вот в этом доме у нас подарочек. В принципе, залетаем сюда, и вот он лежит. Так, нам выпадают цветы. Погнали дальше. Следующий подарок находится на крыше в Арзамасе, вот. Я думаю, вы поймете, вот база дальнобойщика, и вот на вот этой крыше находится подарочек, в принципе. Так, давайте его возьмем. И нам что выпадает? Нам выпадает 12 тысяч. Это уже четвертый подарок у нас получается. Так, следующий подарок у нас находится в Батырево, за казино в Батырево. Вот казино Батырево, в принципе. И вот здесь под водой находится у нас подарочек. Сейчас вон он, ныряем, короче. И возьмем его. Так, берем, выплываем. И нам выпала аптечка. Погнали дальше. Так, я пока летел, сейчас нашел подарок. Вот он находится здесь, короче. Вот здесь такой отельчик есть, возле военной базы, возле СТО Батырева. И я случайно на него наткнулся, на этот подарочек. Так, как сюда можно будет запрыгнуть как-то? Ой, дружище, аккуратно, ё-моё. Я чуть его не убил. Так, я попробую так приземлиться аккуратно. Так, сейчас забираем этот подарочек. Так, это у нас получается рюкзак, да? Этот подарок у нас находится вот здесь, короче, возле СТО. Вот военная база Батырева, и вот здесь находится на крыше подарочек, в принципе. Следующий подарок находится тоже у нас в Батырево, возле военной базы. Вот в этом домике, короче, вот. Здесь есть такой домик заревший тоже. И здесь находится у нас подарочек. Сейчас я вам его покажу. Вот этот дом. Недалеко от шахты, вон шахта, в принципе, здесь есть. И вот здесь у нас находится подарок. И нам выпадает выношенные цветы. Окей, это уже седьмой подарок. Погнали дальше. Так, следующий подарок находится в лесу, возле Батырева, в принципе, вот здесь. Вот, находится, вот, река Батырева, короче. Вот здесь находится подарок на вот такой вот интересной конструкции, в принципе. Так, это у нас получается восьмой подарок, и нам выпадает рюкзак. Так, следующий подарок находится возле Рублевки. Вот в конце, короче, давайте я покажу. Вот здесь находится, короче, возле Рублевки. Точнее, на Рублевке, вот. Там он рыбалка есть, и вот здесь есть в конце подарочек, возле таких тюков сена. Я думаю, в принципе, найдете. Так, и нам выпадает 4 дня випки. Это хорошо. Следующий подарок находится на базе топлива. Здесь вот такая свалка также есть. И нужно бежать в самый конец. И здесь у нас будет подарочек, в принципе. Сейчас я возьму подарок и на карте вам покажу. Так, что, лесопилку не убрали, чекпоинт, лол. Могли бы убрать. Так, вот этот подарочек нам выпадает. И нам выпадает фалос. Так, вот здесь находится, короче, вот в уголку. Вот Арзамас, и вот за Арзамасом есть база топлива, и здесь в уголку есть подарочек, в принципе. Так, следующий подарок находится в заброшенном метро. Если что, вот здесь примерно ориентируйтесь. Заехать можно через сюда, либо заехать, либо забежать через туннель вот здесь. Поэтому я думаю, проблем у вас не будет. Поэтому поехали, короче, дальше. Так, следующий подарок находится в Арзамасе, вот, в таком вот месте, в принципе. Давайте я на карте вам покажу, вот,
Вот здесь находится. Где раньше была администрация Арзамаса, я думаю, некоторые вспомнят, в принципе. Ну а мы едем тем временем дальше. Ну что ж, это были все подарки, которые я нашел. Нашел я 12 штук, в принципе. Ссылку на группу, где я смотрел подарки, я оставлю в описании. Если что, заходите туда, там будет еще информация, где будут новые подарки. Обязательно ставьте лайки, поддержите меня. Я старался вам подробно показать, где все подарки. Ну что ж, на этом у меня все. Всем пока-пока. I'd be crying all night, cause I was from the city. She was from the outside.